Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Demak do'stlar, bugun mana Marat aka bilan ko'rishdik. Tanishganimdan xursandman aka. Yaxshimisiz? Sog'liklar, kayfiyatlar. Marat aka turnirga kelgan, Open FC Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tadi. Nechta bayet bilan kelgansiz? 2 bayet olib keldik, xudo xolsa. Xudo xolsa ertaga moshni boy bo'ladi. Xudo xolsa. Erta zvechuvni, ertadan keyin boy, a? Da, 17-siga. Zo'r. Endi Marat aka, biz endi yaxshi taniymiz sizni. Просто ikki og'iz siz o'zingizni tanishtirsangiz. Marat Bekmuratov, Qirg'izistondan, bosh trener, sportivniy menejer, можно сказать, международный, Средняя Азия, да. Не выбираем, с кем работать, как говорится. У кого есть талант, делайте, дерзайте. Мы поможем, чем можем. Yaqinroq tushuntiradigan bo'lsak, Avliyo Hamidovni, Nursultonni, Ahliddinni, ну, menejeri. Mana o'zbekistonlik bayeslar. Da, topovi bayeslardi, katta-katta organizatsiyalarga kontrakt beradi. ACA, Open FC, ну, juda ham ko'p. Endi ikki og'iz ozgina sport haqida gapirib bersangiz. Mana O'zbekistonga yaqinda borib keldingiz, ko'rdik. Buxoroga bordingiz, Toshkentda bo'ldingiz. Qanday O'zbekistonda MMA sport turi qanday rivojlanyapti? MMA sport turi O'zbekistonda murdatan rivojlanyapti. Murda endi menshimi shagami o'sib keladi. Hozir уже katta qadamlar bilan o'sadi. Xudoga shukr. Federatsiya, assotsiatsiya ochilib, больше внимания, ko'ngil buriladi. Xudo xolasa. Endi bo'lib ketsam shahardan barlik shaharlarga boradim. Ko'pincha shu Buxoro, Andijon shahrida ko'pincha bayestlar bor, topovi bayestlar, yaxshi bayestlar chiqib keladi. Потому что тяга к этому спорту, наверное, ko'p qiziqqan bolalar ko'p ekan da. Shu. Shuni bo'lib ketdim. Kelajakda MMA sport turi qanchalik rivojlanadi? Америкада бўлиб кетадими, Ўрта Осиёда? Вполне может быть, Америкада даже вон лучше кетишми. Чуть-чуть даже ещё кўроқ внимания керак. Боестер бор, потенциальный боестер бор, ўта кучли ҳаракатчил мандай. Бу уже, как сказать, боксёрлар уже так что могут завоевать мир, и мир ММА тоже уже не за горами, думаю. Думаю, всё получится, дохолоса. Yana Marat aka sizdan so'ram o'qchi edim. Mana kammi ko'pmi Max bilan birga, Najma aka bilan birga mana shu zalni yaratdik. Оценивать qiling, qanday o'tdi? На самом деле, boshida Maxga aytib ketdim. Endi bizda Rossiyada ko'pdan beri yurib, shu zallarni ochib, Romada bilet, o'zida zalni ko'pincha arenda olishdi da, masalan, 2 soatga, 3 soatga olishdi deb taka. Nechta mana ofitsialniy Maximus deb ochishi bu это впервые. От и до там qurib, arenda olmay, там получается это весь зал ваш, да? Круглосутки здесь можно тренироваться. Вот, это уже впервые. Так что это, думаю, большое достижение. Тебя поздравляю, Макс, кстати. Вот, Құдай қаласа, бұл жерден да күшті-күшті чемпиондар шықсын, иншаллах. Құдай қаласа. И очень хороший зал, любой, да, годится, профессиональный уровень, да, байстерге могут тренироваться. Здесь можно вполне сборы пройти, как говорится. Так что мощно. Я вообще удивился. Ну, короче, стандартларга жауап берады. Стандартларга жауап. Құдай қаласа, кроссфит те ham қылсак, мына көре мощный болады, яғни. Брат, сіз өзіңізді таныстырайын. Болмаса, енді баяғы біз қалай танимыз? Москвада бойларыңызды ham көргенмін. YouTube-та вообще 300 мыңнан көп просмотрлар, көп организацияларда урышқан. Шу озгина өз хақыңызды бір айтып өтсеңіз. Ассалому алейкум. Мен сізге рахмат көрсеттім. Шу Москва шаһарында тренер болып ішлеймін. И боец десеген болады. Как Марат Туча, Тулында Бианча, тренер или клуб, боец лад подвигает клуб, Курбуза Кирин Орлам, Ламас. Рахматулла Сатар, я чуть скромничаю, я занимаюсь КТНом, Куптон Бертоним, Дашитон Бертоним, почти 10 лет. Это человек не только в спорте, это человек, который победил большую болезнь, это рак, в общем, рак, не знаю, серьезно? Да. Большую болезнь, это рак, в общем, рак, не знаю, серьезно? Да, 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 за два года вылечился полностью, это стоит, и в такой момент он уже выходит в клетку, дерется, это, думаю, большого стоит, про это можно снимать фильмы. Реально? Да. Мини-фильм уламыз мы с хакайзе? Не, серьезно, мини-фильм уламыз, документальный. Канай рак буганс, каерда? Лимфузли, дешер. Ага, ага. Мини-контрагом буган, на файн-тайп у нас, аутста буге. Ага.
2015-yil bo'lgan payt bo'lgan, rasa kras uje Марат Булиша блада, что молодой был красавчик, это поэтому. Да. И запросто как бы шишка появился под челюстью. Ага. Шишка появился пьян, и мин чумага, манка, молодой, дальше дрался, выступал. И видагиля айчкан, давай, короче, доктор я бар, что курщили. Ты кширь курщили. И, короче, план, все сдал, и нету как бы. Диагноз не показывает, да. И должен был драться в декабре, fight night, и в итоге не могу, да. Онкология была, что диагноз шуна, диагноз. Доброкачественный или злокачественный, я думаю? Меня что, шу, доброкачественный. Что, вылечили? И итоге 4 года. Меня 4 стадия лечили. Серьезно? И, все, да. Короче, спорт, сдавайся, домой иди, можно юга барып. Харакат не курды, я, короче, сломаться хаген, за один день. Волос, короче, она сидела стали, за один день. И что я и итоге... Нима дейді, яхшы байеслар бар еді, Fight Night шоғылдан байдыңыз. Минеев, Владимир Минеев, и кроме нан ташқары қоген байеслар бар шоғылдан гамы. Залға бармай қойдым, почему не приходишь, почему не приходишь, везу япты менге, мәйді тұрш, нақа заболет қылдым десам, мен матым мұна, везу сөкені, везен біләсам, Андрей Орловский, кәсал болген, үшіматы топкен. Сен молодойсан, давай, короче, не сдавайся деген, нан кеген харакет кылганман да шу нәрсеге. А хозыр күндө дауланып, уже яна выступат кылыпсыз. А, майы уже. Ой, проще деш, я готов. Дөстөр көрөсүздөр. Прошение кылелик деп, мына шуга Москвага, короче. Бөлү, бөлү. Дөстөр көрөсүздөр, спорт менен даже рак теңсе болот. Бу, блин, бу вообще мощный. Мал бу историяны эчтим анда өз башкача адамы. Бул болсо мини фильм кылабыз сакызды. Келер. Чене кылдык да 4 жыл давамында ве сейчас нормально, да? Да, алхамдулиллях. А, зур. Өз жашыңыз нечеде? Азыр 28-да. А, хал хамасы олдунда экен да. Худо болсо. Нече весиз? 93-ке, да? 93-ке, агар бөлсө, бизди ташырыйлы. Гавил. Макс, эки оғыз сизан бир гапырайын, мана мехмонлар, эки оғыз сизан бир. Шо, ана энди. Бүгүн көрүп алдык. Даже билмеди биз келгенин, ташмапты. Машина аткан жашап. Он мне сказал, я один приеду, да? Потом машина. Столике барып көрүп алдык. Көрүп анча хурсан болдум. Сейчас не удивился. Көрүп Рахматулланы, Маратларды көрүп, көрүшүп чакырды кийин залга келдилер, мехмон болдулар деп. Нажмындан кем алып келди, анан көрүшүп анча хурсанбыз. Жакшы залам жокту. Зборге келсең эм болот, Кудай кааласа. А, мен малоо. Hiç tortunmay bu aytapman Peterga kelgan paytinglar shu zal sizlarniki men malo kelaverasizlar biz hammamiz birga bo'lib Najim aka hammamiz birga bo'lib shu sport turini razvivat qilyapmiz bu biz bir-birimiz bilan уже akukamiz aytapman в любом случае biz akukamiz xudo bo'lsa biz Moskvaga boramiz yaqinda turnir qilmoqchimiz o'ylaymizki sizlardan qanaqadir podeshka bo'ladi Moskvani biz yaxshi bilmaymiz ну borgan paytimiz bir qo'llab-quvvatlasanglar nimadadir tushunmagan joyimizni tushuntirsanglar Отдельно, конечно, хочется отметить нашего брата Наджбинака, который всегда готов. Уже, ну, я примерно как 10 лет тоже знаю, не только там Узбекистан, Кыргызстан, Кечкасан, Бөлбөй, Таджикстан, всегда плотно клуб, дружественные отношения клуб всегда. Бізді тосуалат, всегда готов к зматка даяр. Если летом нужно попросить снег, он достанет снег, как говорится. Поэтому ни в чем не отказывает Наджбинака. Шундай темп-теке тынг, мы ценим это. Ценим. Конечно. Как говорится, народ знает своих героев. Ахматсы. Худоволоса. Конечно, Наджим ага его бусы берді, бұны арталарам бөмасты, на самом деле. Ой, уже как старший тренер, я туда же придумал. Худоволоса, конечно, конечно, худоволоса. Хамас алып бізді олдында, худоволоса чемпионлар чықарды. Худоволоса через Марат ага UFC-ге талкат қыламыз ага. Я и говорю, мы делаем ребятам маленькие шаги, только какие-то ступеньки даем. А дальше Марат сказал, Марат, дальше ты уже ведешь. Я же вот Джиргал, про Джиргал сказал, Джиргал уже дальше ему вести, ну, сложно. Но через, он может остановиться и все, а вот Марат его может дальше вести. А за Маратом кто, и за Джиргалом кто пойдет, и Максим, о, там если он где-то, у Максима уже пойдет, здесь он подерется, он пойдет. Потом за ними много ребят у нас пойдет, понимаете? Это же поколение останется, по-любому. Марат, а вот от нас Максиму, Максиму еще кому-то останется. Так она, тогда у нас будет что-то будущее. Она не должна остановиться, она должна дальше идти. Может, у него брат будет, может, Фуркат может быть. Есть, вот мы же смотрим, кто останется, правильно, Павел?
По-любому. А потом мы будем взрослые, там, будем сидеть, смотреть, вот ребята. Гордиться. Конечно, будем гордиться. Это же журнал правильно сказал, конечно. Это большая работа. Да. Как сказал, вот этот зал сделан, это представляешь? Вот они приезжают, да? Это же тоже, им тоже хорошо. Конечно. Не только здесь ребята. Кто-то с Москвы приехал, там смело, а раньше, серьезно, мы снимали там за 2 часа, за 3 часа, чтобы ребятам условия делали, чтобы это мы снимали зала. Днем надо было, мы снимали. А сейчас смело можно привезти, они сами приедут. Ребята вот помогли, вот сейчас Максим помогал, Фуркат помогал, вот Эльбеби, там еще другие парни, которые у тебя. А вот весь конец лет, да? Да, от этого же только плюс. Вот, конечно, многим конечно. Вот этим людям, которые этого не хотят, я не знаю, я им объясняю, что... Вот если бы не было бы это, что, лучше было бы? Конечно, это плохо. Конечно. А когда есть, конечно. Наоборот, поддержите. Конечно, вот про Максима говорили, да? Он будет драться. Поддержите его все. Конечно. Что там, 500-600 рублей, блядь, возьмите. Да. И правду, как он подниматься может? 2-3 боя ему сделаем, он уже все, его будет сами у нас просить. Дайте, пожалуйста, нам это Максиму, все. Он нам интересен. Как вот Нурулла Али смотрит, понимаете, да? Да. Фамбаза тоже уже решается. Да. Молодцы, вот просто и правда. Таджикские болельщики, я все удивляю. Они меня, один, каждый турнир мне знакомый есть, смотри, говорит. Они не говорят таджики, они говорят, смотри, ваша. Да. Ваша. Смотрите, это значит, это и киргизы, вот, а таджики, да, это вот это Азия. Азия. Все равно, да, это Азия. Азия. Они меня никогда не скидывали, вот таджики, смотри, как поддерживают. Они говорят, вы молодцы, как поддерживаете. Да. Представляете, наши. Они молодцы, да, значит, для них это мы все одно и то же, значит. Поэтому мы должны поддержать, да. Конечно. Удовлется. Поэтому вот Рустам сейчас мне мотивацию дал, сейчас я сидел, да, мне иногда тоже неудобно же мне что-то говорить, Рустам, один я не смогу, конечно, один вместе. Я не смогу, я хочу делать, Рустам, по разным причинам я не смогу, да, у меня не получится, и начиная назад, и таким образом, а теперь только вперед, вот, пока газ, есть по-моему. Люди, понимаете, Москва есть люди, да, огнем, напоминается, да, худовлется, альборамыз, без чистотно определить холали, грандиозный қалып Худо қоғласа, Нажим аға билан борамыз бірге, датасын қойып келамыз, кем уже полностью. Сіздер берасыз өзіңіздерді шогірттерді, Марат аға, сіз берасыз шогірттерді. Яхшы қылып өткізамыз. Мен айттым Марат ағаға, біз тайорлап байесларды, популярный қылып, Инстаграмда көп айтырып, тайор қылып Марат ағаға береміз, Марат аға дальше продвигат қылады. Марат ағаға біледі, залда отырыпыз, үште болан айтыпты. Учили было именно ехать ям болото, ростом зорб, я тебе понял, да. Он, почему именно этих ребят он показал? Потому что он нюх знает, таланты знает. Даже вот этого парня, вот этого Тамурада, он говорит, видел, говорит, это, да, Левина Витова, уже видел, представляешь, это вот. А чем можно говорить? Просто без поддержки кулачки, это мне не только мне, сын сторон Рустам. Ну, сал, нет, а я ростом вот это, на люди, которые наши, да, земляки, да, вот, будет поддержать, когда наши бойцы будут выступать. Это по-моему хамаки янгели было, это вообще большое. Вот только это нам надо вот это. А мы только начали, только начали. Думаю, будет только развитие худоголоса. Это будем вместе делать все. И у нас, дай бог, получится. Ну, хамасы худогода, ну, лекин без харакат клана. Главное двигаться в один кулак и все получится. Да. Конечно, он еще молодой, ему надо выступать. Конечно, вот когда он как тренер, да, это хорошая эта профессия останется. Но он молодой, он талантливый боец, понимаете? Конечно, когда он не выступает, где-то, ну, не объясняет. А он выиграет, да. Плюс еще 50, плюс, пойдут, да, плюс еще 50 его ученики еще. Да, вот если вам тоже плюс, тоже плюс. Видите, на каждом слое этот есть плюс. Да. Только надо это правильно, надо поддержать. Конечно, это надо от души, искренне надо делать. Да. А можно сказать, а мы соберем, тот момент наступает, если все уходят и опять остаемся, это тяжело нам. Нет, мы так... молчим, но зубы зубами, но это тяжело, да? А если и правда будет поддержка, представляешь, мы что мы можем сделать? Тоже. Томаген, наш Бунаке, Амахим, Слайкет Тарахмад, Шунди Заводчик, Рамазан Хойда, как раз Руза, Аллах Разу Бусын. Да, Рамад. Тем более Питер Лочевлар, Насы бізге, шу Москва кем ашылса. Худо оласы, аке, харакаттамыз. Худо оласы, ұқшыз очыламыз. Пусть это будет почти мировым брендом. Дай бол. Дай бол. Почему бы и нет? Дай бол. Шерлар Жанги, Максимус.
Sizlarga ham katta rahmat kelganingizga. Shu Peter kelibsizlar, shu yerga kiribsizlar. Biz bundan boshimiz osmonga yetdi. Men seriozman. Men daje dars o'tib o'tiruvdim. Men ko'rib qoldim, Abdulla qo'ygan ekan. Sirat telefon qilib, men bilmayman 40 kilometrdan kelyapman. Men aytdim, bar ko'rmasam, akalar rahmat demasam bo'lmaydi deb uchdim. Seriozman. Sizlarga ham rahmat kelganingizga. Atsenit qildinglar. Siz o'rmang. Да, ужам вас Главный не болеет. Герой нашего времени. Главный не болеет. Гао. Nima deyman, rahmat sizlarga katta. O'ylaymanki, normalni общение bo'ldi. Bizni ko'rib turgan sportchilar, ishoninglar, xudo xolisa hammasi oldinda mana birgalikda o'tiribmiz. Ko'p narsani muhokama qilyapmiz. Ko'p narsani kamerada, ko'p narsani kameradan tashqarida. Imkoniyatlar bor, yaxshi-yaxshi turnirlarga chiqish uchun. Shuning uchun shunchaki kelish kerak, zalga mehnat qilish kerak. Qanchalik mehnat qilasizlar, o'sha mehnat orqali bir kun emas, bir kun mevasini topasizlar. Eng muhimi to'xtamaslik, faqat gazovat qilish. Hammaga rahmat. Katta rahmat. Maks, Abdushi. Rahmat. 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 Do'stlar, e'tiboringizga yangi ochilgan R3 Maximus Gym sportivni klubimizni ochganimizni e'lon qilmoqchimiz. Trenerlik vazifasida mashhur boyets va trener, ko'plab shogirdlar chiqargan Maksim Kuldashev. Siz o'zingiz yoki farzandingiz bilan birga kelib, o'zingizga qulay vaqtda shug'ullanishingiz mumkin bo'ladi. Narxlar hamyonbop. Bizning manzil metro yaqinida joylashgan. Xullas, keling, shug'ullaning. Zero sport sog'lik garovidir.